92-летней жительнице Сергина Елене Шестаковой вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Это единственный ветеран Великой Отечественной войны, проживающий сегодня в этом поселке. По поручению президента России награду труженицы тыла вручила глава Октябрьского района. Елена Семеновна Шестакова в силу возраста и слабого здоровья из квартиры практически не выходит, поэтому медаль ветерану привезли домой. Когда началась война, Елене Семеновне было 14 лет. Пока ее братья и сестры воевали на фронте, она до изнеможения трудилась в тылу. Вспоминает, что люди жили практически в землянках, были полуголодными, но не сломленными. Сегодня в Октябрьском районе проживает 51 ветеран. Всех их навестят и вручат заслуженные памятные медали. Имена этих людей навсегда войдут в историю, останутся в памяти жителей. Для этого в Октябрьском районе уже несколько лет ведут проект «Полотно Победы». И в этом году 9 мая красную материю с историями героев пронесут по улицам районного центра, затем она займет почетное место в музейных фондах.